полный зал зрителей собрал праздничный концерт в честь 250-летия Московской государственной академии хореографии. В концертную программу, состоявшуюся на приморской сцене Мариинского театра, вошли шедевры классического балета в постановке выдающихся хореографов. Министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова вручила ректору Московской государственной академии хореографии, народной артистке России Марине Леоновой, приветственный адрес губернатора края. Ваш самоотверженный труд и труд вашего коллектива на благо национального искусства будет всегда востребован обществом. А филиал академии, осуществляющий свою деятельность в Приморском крае, стал жизненной целью для многих ребят. Обучение российскому классическому балету в ведущем вузе страны – это большая честь. Пусть умножаются профессиональные успехи, достигнутые вами, и новые поколения выпускников Московской государственной академии хореографии бережно хранят ее богатые традиции, украшают своим творчеством культурную жизнь страны. Желаю вам процветания, смелых и интересных проектов. А Марина Леонова, в свою очередь, поблагодарила правительство Приморья за поддержку и бесценную помощь в создании филиала Московской государственной академии хореографии во Владивостоке. Мы считаем своим долгом в год своего 250-летия проехать по тем городам, где есть наши филиалы, провести творческие школы, мастер-классы и познакомить вас со своим творчеством. Студенты Академии представили разноплановый концерт. Помимо классической хореографии, зрители увидели народно-сценические танцы из балетов «Баядерка», «Корсар», «Конек-горбунок». Также в концертной программе приняли участие воспитанники филиала Академии во Владивостоке, которые блестяще исполнили номер «Гранд Тарантелло» в хореографии педагога филиала Елены Лырчиковой. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.